Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, и продолжаем проходить Days Gone. Неожиданно. Еще раз здравствуй. Серия в конце резко обрубается, потому что получилась слишком длинная. Пришлось ее порезать. Так что, ну, не удивляйся. Все. У нас с тобой в прошлой серии очень неоднозначно закончилась серия, да? Извините за тавтологию. Вот. Как бы немножечко непонятно. А я думал, она как бы, ну, с Эдди вместе, все такое. Нет? Так, сюжет. Что там у нас по заданиям? Алло. Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Так. Слышу, да, чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну, смотри мне. Ну, допустим. Ну и что? Попытка помочь лагерю. Мне почему-то кажется, вы меня уж, конечно, извините, я надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, что я его или пристрелю, или его выгонят из лагеря. Потому что он немножечко херню мутит. Наверное, так можно сказать. Я пришел, что хотел. Стой. Ну-ка, иди сюда. Шиза, в чем дело? Ты зайди внутрь, и я покажу. Я подумал над твоей идеей. Завалить вход в ту пещеру на севере, чтобы орды перестали переть через наши фермы. И что? Все уперлось в то, что Майк не смог найти запальный шнур. Ну? Я знаю, где его взять. Вот здесь. Ну уж нет. Знаю, что ты думаешь. Нет. Понимаю тебя. Это территория упокоителей. Когда я в прошлый раз туда полез. Ты добыл лекарство и спас нет. друга. Добудем шнур, взорвем пещеру. Бух, прощайте, фрики. Угу. Это же была твоя идея. Слушай, они перекрыли свою границу. Они закрыли тоннель. Если я туда полезу... Начнется война. Я разберусь. И вообще, я пойду с тобой. Прикрою тебе спину. Ты только вооружись получше, хотя, если повезет, это не понадобится. Встречаемся здесь. Через Iron Ridge есть тропа. Что? Вот да здесь. Что ты несешь? Поверь мне. Да ладно. Идем? Ну, до встречи. Чё думаешь? По-моему, как будто писюнами пахнет, нет? Ещё название такое. Попытка помочь лагерю. Если нас не поймают. Угу. Как будто бы письками пахнет. Это не от меня. Так, ну ладно. Я работала в обществе. Подожди, а куда ты хочешь, чтобы я поехал? Защита животных. У нас был... Я не могу вот здесь проехать, например. Алло, осторожно. Как говорится, в очередной раз. Сомнительно, но давай попробуем, ладно. Все равно миссии больше. Ой, никаких нету. Так, а что у меня? Подожди. Шиза, я готов. Ты едешь? Место встречи помнишь? К западу от Милаква Лейк. Да-да-да, поехали. Да, я буду там. Ус. А, тут эти все еще отдыхают, кстати. Дик, это лагерь Лост Лейк. Ты на связи? Да. Привет, Рики.
Я тебя искала. Я включила электричество почти по всему лагерю, в том числе и в моей хижине. Молодец. Слушай, я... Я даже нашла исправный водонагреватель. Наконец-то нырну под горячий душ. Ага. Хорошо. А ты сам-то где? Слушай, мы с Шиза, мы поедем искать запальный шнур для динамита. Ну, чтобы замуровать пещеры. Ну и где искать? Единственное, где такое может быть, это... Рики, слушай, сигнал прерывается. Я тебя не слышу. Поговорим потом. Да. Как только вернемся. Совсем не палевно. Прям, ну, ни капельки не спалился, типа, что как бы мы... То-то как будто бы не то собираемся делать. Иди ты на связи, там должно было быть. Но не пошло. А ты как думаешь, мы зайдем к ним через черный ход? Пешком? Ты не сказал, что пойдем пешком? А ты типа хочешь погреметь там своим драндулетом? Ну это, кстати, да. Ты прав. Так себе идея. Эй, не ссы, мухой проскочим. Майк сказал, он послал тебя на переговоры с Карлосом. Старик тебе об этом рассказал. Да, да, расслышал. Ну, наверное, ничего страшного, что ты знаешь, раз ты и твой брательник теперь одни из нас. О, видимо, все прошло удачно, раз мы теперь можем спокойно зайти к ним, как ты сказал, через черный ход. Переговоры-то нормально прошли. Для базара с обезьянами, которые обдолбались финциклидином. Но знаешь что? Если нас сегодня не поймают, это перемирие может и правда останется в силе. Даже несмотря на то, что у нас вышла стычка с ними в Кэмпроук. Карлос сказал, это была ошибка. Какие-то отщепенцы. В общем, он сказал, это не повторится. И ты ему веришь? А какие варианты? Я просто шестерка Майка, как и ты. Черт. Слышишь? Да. Слышу, слышу. Волки. Думаешь, зараженные? Ну, сейчас узнаем. А раньше как ты перебирался? Тут была деревянная лестница. Ее шахтеры оставили. Или спелеологи. Давай. Ладно. Иди сюда. Подсади меня. Сейчас, подожди. Ирка? Не, спасибо. Хотя звучит интересно. Ты готов? Да. Давай. Давай. Есть. Посмотри там. Может, найдешь ту лестницу. А я здесь гляну, наверху. Давай быстрее. Нужно успеть убраться отсюда, пока не рассвело. Да ну. А то я не знаю. Ну, где я тебе лестницу найду? Волки! Берегись! Вижу! Тише, тише, тише. Прямо в башку. Давай, давай, давай! Завалил. Все, это последний. А можно шкурки? Чем мяско? Шиза, куда ты пропал? Погоди, погоди, сейчас. Один волк испарился. Подожди-ка. Свежее мясо. Тут комбо. Комбо-волк. Двойной волк заказывали? Они бы еще слезли такие. Good talking. Ладно. Вот это было бы офигенно, да? Вот это был бы мув. Нашел у него в документах карту. На ней отмечены тропы лесной инспекции. Он наверняка рад, что ты роешься в его бумагах. Очень рад. Если не узнает, то и не расстроится. Ну-ну. Короче, как видишь, тропа в плохом состоянии. На карте отмечено, что она перекрыта. Ну, это для нас хорошо. Получается. О, это вот нехорошо. Это я вот узнаю декорации. Видишь? Да, костер упокоителей. Раньше такие видел? Нет.
Они называют это собранием. Я слышал, они там такое вытворяют. Давай обойдем. Даже смотреть неохота. Нет уж, давай посмотрим. Тебе что, жить надоело? Наоборот. Слушай, я просто... Я хочу своими глазами увидеть, что у них там за ритуалы. Покойся с миром, покорись, вся эта хрень. Ладно, ладно. Но держись рядом. Если разделимся, нам кранты. Дико, нахер нам это надо? Где они там флексит? Подожди. Что они делают? Это что за хрень? Они сами себе режут. Знал я одного парня, который прошел через такой ритуал. Он говорит, они сперва чем-то упарываются. Фенциклидином, что ли? Короче, боли не чувствуют. Давай их обойдем. Считаешь мои мысли? Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да, в принципе... Да. Ты чё? Ну, в принципе, шум поднимать не хотелось бы. Ё-моё. Действительно упокоители. Твою мать. Пригнись, пригнись, черт. Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти? А как же? Сам что ты, блядь, нахер? Он как будто что-то затеял. Уверен, что нам сюда? Да. А что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория к востоку от Iron Butte. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Что-то ты шиза-шиза затеваешь. Как будто вот прям жесткий запах. Жопы. Уже даже не письмо, уже прям жопа. Прям вот так вот она, прям. Вот так вот. Как будто бы неспроста. Всегда нужно. Это что такое? Упокоители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. А зачем? А мы куда? Прям к ним идем? Ты чё, придурок? Чё творят? Ты почувствуешь боль! Да. Что у него с ногой? Короче... Стой! Стой! Нам только войны не хватало. Давай-ка ты лапу уберешь. Господи. Кто-нибудь, помогите. Идем. Пожалуйста. Давай, валим отсюда. Нет уж, мы не оставим ее фриканам. Что? Стой. Я сказал, мы ее не бросим. Ты забыл, зачем мы сюда пришли? Короче... Я понял. Ладно. Так. Держу. Я держу. Что у нее с ногой? А, она ходить не особо может, да? У нее ноги сломаны. Она сама шагу не сделает. Ты знаешь, что делать. Идти надо. Тихо, милая. Слышишь? Все будет хорошо.
Сейчас все пройдет. Не бойся, сейчас все пройдет. Не бойся. Сейчас все пройдет, и все будет хорошо. Не бойся, милая. Пошли, тут срежем. Все нормально? Да, нормально. Ты правильно поступил. Перестань, а. Нам всем приходилось. Тяжело. Хватит. Тяжело. Чё, кого удалить от Шизу? Неприятная ситуация, конечно. Еще сказать. Блин, какие-то очень такие бывают тяжелые прям эмоционально серии, типа вот как этот момент, это прям, ну, приятного мало, да, давай будем честны. Тихо, сядь, сядь. Что? Блин, да что теперь-то? Орда, твою мать. Да не, это не орда. Африканы? А кто ж тогда? Упокойте. Нет. А почему? Что? Они на всю голову больные. Ты видел их лидера, Карлоса? Нет. Он из них самый страшный. Весь в шрамах. На спине, на руках, на ногах. Я поэтому и говорю Майку, с этими психами невозможно жить в мире. Я тебе сказал, я против Майка не пойду. Может, потише? Идем. Должен быть другой вход. Подожди. Давай сначала осмотримся. В каком смысле? Мы же не знаем, что там внутри. Давай поглядим. Может, найдем что-нибудь. Да, ладно, давай. Почему бы и нет? Пройдись тут, может, что и найдешь. Не понял. Бензин. Нафига он мне нужен? Лом. Вот еще ништяки. Что скажешь? В эту дверь? Заперто. Может, сюда? Стоп, тормозни! Ты же не знаешь, что там. Он все-таки ее открыл. Сейчас ночь, там никого не будет. Не волнуй. На нахер ты смоляешь, сука. Еще трофей. Я его не видел. Даже опомниться не успел. Ага. Вот так. Глушителя нету нигде. Знаете, у меня тоже больше нет нигде. Это херово. Ага. Такое бывает. Ага. Ну да. Слушай. Я перед тобой в долгу. Серьезно. Ну-ка, помоги. Здесь можно пролезть. Чё-то я сомневаюсь. Давай. Ну. Ладно. А я его типа спас или что произошло вообще? О, блядь. И мы туда полезем? А есть выбор? Ты готов? Ага. Тяни.
Может, как-то было по-другому поискать? Давай ты, я держу. Иди. Давай, пошел. Ладно. Ну, держи. Вот черт. Зараза. Да, да, заклинило. Тяни. Не идет. Так, ладно, не страшно. Ты иди в обход, я придумаю, как открыть боковую дверь. Отсюда. Ё-моё. Дик. Дик. Тише, 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 тише. На! А вот так? Нравится? Хочешь огрести? Получил? Ты чё там сидишь? Еще желающие? Ах ты сука! Так тебе. Да блять, откуда ты? Как он меня напугал? Заперт на складе с кучей разъяренных шакалов. Сам-то как думаешь? Там уже нормально все. Вроде как. Немножко пострелял, правда, пошумел. Вот это херово, конечно. Ну вот. Пожалуйста, о, здорово. Дверь открыта. Господи, ты цел? Всего лишь мелкий шакал? Пошли, надо искать запальный шнур. А как? Что скажешь? Кабинет прораба наверху. Там они и должны быть. Прекрасно. И как нам туда попасть? А, я тебя подсажу, давай. Стой, ты просто хочешь, чтобы я пошел первым на случай, если там кто есть? А, ну да, раскусил. Давай. Ладно. Не-а. Нет, ну ладно. Ну что, ты готов? Я первый уже сходил, давай теперь ты. Да. Ну, пошел. Господи. Все, я знаю. Я, если что, здесь. Сейчас. Скинь мне что-нибудь, чтобы я забрался. Коробку. Держи. Аккуратней. Вроде там никого нету. Вроде. Ага. Да? О, походу оно. Что-то там точно есть. Бинго. Ну-ка, подержи, я достану. Могу и я достать. А, ну да, ты же мне не веришь. Вообще-то, верю. Пора отсюда валить. Шиза, я хочу сказать тебе спасибо. Да, ладно уж. За то, что пошел со мной и помог мне. Да ладно. Нет, правда. Нам ведь были не особенно рады в лагере. Все, перестань. Ладно? Как-то очень, блядь, как будто бы не знаю. Я все еще ему не доверяю, честно. Вот честно говорю. Короче, как мы доберемся до лагеря, давай-ка ты... Что ты делаешь? Прости меня, брат. Выбора нет. С
Сука! Я, блядь, вот козёл! Здорово, лысый. Ты знаешь, кто я? Нет. У вас же вроде бы нет имен. Мы идем по пути. Мои братья. Угу. Мои братья и сестры отказались от своих имен. А я нет. Пока что. Ага. Понял. Карлос. Я сейчас кайфану, да? Я помню имя, ну и все остальное. Помню, как ты, Бухарь и Джим держали меня, пока Джек жег мне спину горелкой. Это было давно, и у нас тогда не было... О, да. О. Я тоже кричал, дело такое. Я помню, что в тот день я понял кое-что очень важное. Всю твою личность, все, что делает тебя тем, кто ты есть, это все можно выжить. Не останется ничего, только имя. Вот в чем суть фриков. Я это понял. Вот почему мы должны стать такими, как они. Ну что? Будем дело делать или языком чесать? Дело мы сделаем. Дикен Сен-Джон. Но только не вдвоем же, правда? Нет, конечно, разве можно позабыть про старину Бухаря, верно? Мы закончим это дело вместе. Все втроем. О, как это больно, я даже не пойду, я боюсь представить. Разок есть. Впереди еще сколько десяток. Или больше. Это ведь такая удача. Все трое. Ты, я, Бухарь, мы все живы. И снова встретились после конца света. Что ты сделал с Бухарем? О, он пока не здесь. Но скоро будет. Ты подожди. Я так и знал, что эта падла меня подставит. Вот так и знал.